Добрый день! Предлагаю вам рассмотреть женские ботинки французского бренда Tendance. Верх модели сделан из натуральной кожи теленка, мягкого, прочного и эластичного материала. Он пропускает воздух, при этом защищает ноги от ветра и холода. В паре будет комфортно в течение всего дня. Поверхность материала украшена штамповкой, имитирующей кожу рептилии. Это не только эффектно, но и практично, ведь на такой коже будут менее заметны небольшие царапины. Часть кожи на модели зернистая. Шнуровка регулирует посадку на ноге. Металлические люверсы защитят кожу от повреждений. Придерживайте пару за петельку на голенище, когда надеваете ее, чтобы избежать появления заломов. Боковая молния позволит вам обуться быстро и легко. Подкладка и стелька из натуральной кожи козы безопасны для стопы. Они препятствуют появлению мозолей. Кожа позволит ногам дышать и меньше потеть. Благодаря бежевому цвету подкладка и стелька не будут окрашивать ноги. Объемный мягкий язычок обеспечит комфортное прилегание без сдавливания. Толстая резиновая подошва прочная, она не сотрется от длительного ношения и не боится влаги, дополнительно изолируя ноги от холода и слякоти благодаря своей увеличенной толщине. Широкий рант делает силуэт пары актуально массивным, к тому же защищает кожу верха от случайных царапин. На передней и задней частях модели расположены резиновые вставки, которые защитят уязвимые части обуви. Рельефный рисунок протектора улучшит сцепление с поверхностью, вы будете чувствовать себя уверенно на любой дороге. Носите эти ботинки в стиле casual с элементами городского рока, с узкими джинсами, свитшотом и объемной курткой-косухой. Вы также можете дополнить этой моделью кожаные леггинсы и джинсовую рубашку с потертостями. Модель представлена в черном цвете. Наслаждайтесь комфортом с вашими новыми ботинками Tendance.